Нас нравится, что мы выиграли сегодня. Очень важная игра против Леверкузен. Эта команда играет, они играли очень хороший футбол. Но самое важное, что мы выиграли и забили 3 очка. За счет чего сегодня в первую очередь удалось победить? Это концентрированная игра или это желание, рвение? Да, каждый играл за своего друга, и мы видели, что эта команда может играть хороший футбол все вместе, как коллектив. Впереди еще много туров и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Придаст ли это уверенности, тем более впереди у нас и Атлетика, и Вентус, что вообще запредельно? Да, конечно, эти команды они могут выиграть Лигу чемпионов. Я знаю, что это будет очень трудная игра против им, но мы будем готовы. Спасибо. С победой!